43-летняя Дана Борисова высказалась о неудачном браке с Андреем Трощенко. Бизнесмен стал первым законным мужем блондинки, но ненадолго. У Даны были яркие романы с известными и состоятельными мужчинами, однако никто из них не позвал телеведущую замуж. С отцом своей дочери Полины Максимом Аксеновым телезвезда состояла в гражданском браке. В 2015 году блондинка наконец-то собралась замуж. Ее избранником стал бизнесмен Андрей Трощенко. Борисова в белом платье с пышным подолом светилась от счастья. Родные и друзья радовались за нее. Однако семейная жизнь блондинки оказалась не такой красочной, какой она себе ее представляла. Именно супруг познакомил телеведущую с наркотиками. Сегодня Борисова рассказала, что после реабилитации в Таиланде уже 2,5 года не употребляет запрещенные вещества. О борьбе с наркозависимостью Дана решила написать книгу, в которой отдельную главу посвятит бывшему мужу. «Мало кто знает, что я 3 месяца официально была в браке». Дана впервые опубликовала снимки с бывшим супругом. Раньше Борисова признавалась, что увела мужа из семьи. По словам блондинки, их роман завязался, когда Андрей был женат. В октябре Дана Борисова отдохнула в Крыму. Блондинка похвасталась стройной фигурой в купальнике. Ранее телеведущая поскандалила с Анастасией Волочковой на телешоу.